Бобруйск Белтамуж сервис. 9 утра. На территории поста многолюдно. Сотрудники при параде, в глаза бросается яркий фасад. Одним словом, настоящий праздник – открытие нового транспортно-логистического центра. Ключ вручают начальнику Могилевского филиала. На пути остается лишь красная лента. Перерезают ее первый заместитель председателя горисполкома Игорь Кисель, глава Белтамуж-сервиса и начальник областной таможни. При входе в здание показательный стенд «До и после». Действительно, Бобруйский таможенный пост изменился до неузнаваемости. Например, взять рабочие кабинеты. Отныне здесь самое современное оборудование. Работы велись с одним главным условием – чтобы клиентам было комфортно. Произведена также модернизация инженерных сетей. Полностью обновлен фасад здания. И это все за полтора года. В общем объеме оформляемых деклараций на сегодняшний день Бобруйск занимает второе место, это после города Могилева, и количество деклараций, которые выпускаются на посту, составляет на уровне 46%. Это же касается и количества денежных средств, которые перечисляются в бюджет Республики Беларусь. Это тот случай, когда вторыми быть не стыдно. Бобруйск – один из крупнейших транспортных узлов Беларуси. И если не все, то многие дороги ведут в наш город. Плюс крупные предприятия, которые поставляют свою продукцию в десятки стран. Поэтому решение о реконструкции транспортно-логистического центра становится обоснованным. Вы видите сами обновленные корпуса, обновленная территория. Сократилось намного время обслуживания всех таможенных дел. Сердце нового центра – складской комплекс терминала. Здесь возможно напольное и стеллажное хранение товаров. Как тех, которые находятся под таможенным контролем, так и тех, что не попадают в юрисдикцию поста. Площадь крытой складов терминала почти 6500 квадратных метров. Одновременно здесь может храниться 278 грузов и обслуживаться 50 машин. Грузы доставляются как авто, так и ЖД-транспортом. В программе визита еще два пункта. Первая локация – Площадь Победы. Возложение венков и цветов в память павших героев. И в завершении открытие фирменного магазина Белтамужсервиса на Советской 97. Таможня дала добро. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.